Кадровые изменения в администрации Иркутска. У мэра Дмитрия Берникова 4 новых заместителя. Председателем комитета по социальной политике назначена Татьяна Эдельман. Ранее она являлась заместителем руководителя комитета по управлению Ленинским округом. Бывший заместитель руководителя аппарата Думы Иркутска Наталья Деньгина теперь возглавит комитет по культурной политике и внешним связям. Должность председателя КУМИ займет Андрей Мельников. Ранее он работал заместителем руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом. Также напомню, что вице-мэром Иркутска стал Вячеслав Кудрук, ранее работавший в Министерстве строительства и дорожного хозяйства региона. В центре Иркутска загорелся автобус. Эти фото успели сделать и разместить в интернете очевидцы. ЧП произошло рано утром на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина. Автобус следовал по маршруту микрорайон Первомайский, микрорайон Топкинский. Пассажиры почувствовали запах гари. Водитель остановил автобус и эвакуировал людей. Прибывшие на помощь водители других маршрутов в течение нескольких минут помогли ликвидировать очаг, который предположительно находился в моторном отсеке. Салон автобуса серьезно не поврежден. На место прибыли полицейские. По данному факту проводится проверка. Ну, пассажиры закричали, горим. Я в зеркало глянул, вижу дым, в салон пошел. Огня-то не было. Да он и был-то небольшой там, вот, я говорю, в углу вот, проводку тухнул. Я сразу пассажирам дверь открыл, на аварийку поставил, заглушил.